Всем привет! Продолжаем прохождение. Дело у нас «Ночь огней». Пробить подземные руины. В общем-то, путь у нас туда же идет, что и в прошлом задании у нас было. Погнали? Спрыгнуть. Ну ладно. Оп! Да куда тут? Дурочка, блин, лезет. Быстрый спуск вниз. Вниз. Ну ладно. Я как обычно спускаюсь, черт знает как. Что-то в одно и то же место посылает. Пройдите подземные руины. Оп. Блин, парить можно было. Кстати, я купила перчатку. Блин, я ее не прокачала. Я ей не пользовалась. Проверим ее в ходе дела. Какая она и что она из себя представляет на врагах. Если она бестолкова, но это, кстати, не та. Было у меня на стриме, где я такую штуку взяла, и он мне прям этими лезвиями прям кидался. Я не помню, как называется, что это было вообще. Какую-то перчатку мы взяли. Угу. Так, 100 метров. Кстати, тут вопросики еще какие-то. Ну, ладно, это оставим. Мы идем чисто по заданию. Но здесь, судя по всему, мне надо замочить врагов, да? Наверняка где-то здесь есть котел с данными о перехвате таких машин. Котел? Котел есть, мы туда не дошли. Да, и по поводу котла. Котлы я, наверное, тоже отдельно запишу. Это железные башни. Прибор Стэмора должен быть внутри. А их тут двое, блин. Ладно. Ладно, давай. Кстати, есть ли смысл? Ну? Угу. Воу-воу-воу-воу! Куда ж ты так резко-то, друг мой любезный, а? Давай. Козёл. А я так поставила. Я поняла, это по заданию, мне надо с ними разобраться. Я так и знала, что он сиганет. Ай, блин, ну чуть не померла. Заморозился, что ли? Давай, добиваем хотя бы одного. Мне уже будет легче. С одним. Хотя бы. Ну, конечно, так, минус один, окей. А, мелкий, блин, ты-то куда лезешь, а? Мимо, что ли? Ой, мимо. Мимо. Я в глаз целилась. Опа-па-па. Нормально, они ее так это самое... Стороночка-то двинули, между прочим. Ну-ка, не выедь там. Ты не хочешь в ловушку попасть? Вот так, красавчик. Умница. Молодец. Берем ящик с припасами. Сейчас вот этого. А он был один, не щелкозуб? Мне кажется, тут двое ползало. Я могу, конечно, ошибаться, но тем не менее. А, блин, я хотела проверить. Короче, я настолько привыкла, что я пользуюсь этими ловушками, что я забыла тупо. Ну ладно. Похоже, Гефест наделал целую. Целую кучу машин, да. Оглушу, у меня собака такая. Да не скачи, вот так, молодец.
И какой-то высший, кстати, был. А это что? Точка зацепа. Но она мне, наверное, не нужна. 15 метров? Это вот сюда, стоп. Смысл. Ну, кажется, я на месте. И где же тут прибор? Я надеюсь, сюда мне буревестника не засунут. Конечно, вряд ли, это же... О, кажется, это и есть прибор. Похоже, это... Подожди, код не знаю пока. Надо осмотреть руины и поискать что-нибудь, что может помочь. Как забраться? А, зацепиться ты не можешь, типа, да? Да, ну нафиг. Да по-любому можно же. Хоть цепляется, хоть треснет. Не хочет. Ладно, пошёл сюда. Блин, затревает. Она затревает в этих дверях. Угу. Так, мне нужно найти код, все понятно. Пошли искать код. Хватит застревать, ну я тебя умоляю. Вряд ли я смогу как-то иначе пробраться в руины. Может, я упустила что-то внутри? Дымовой предвестник. Если выстрелить сюда, будет облако спор, в котором можно спрятаться. А, да ладно. А я не знала. Ну-ка. А, ты погляди, какая интересная. И типа меня не видно? А, это так работает. Прикольно. Может, я что-то упустила? Да убери-то, пожалуйста, эту хренотень, а? Ради бога. Угу. Так, здесь ничего нет. А, ну-ка. Так, ну, надо сюда как-то. Ты не хочешь прыгнуть? Ничего, вообще никуда не хочешь прыгать. Опа, вот так. Молодец. Так бы сразу. Что у нас тут? Ящик с припасами. Во. Я хоть сейчас смогу послушать. Что я нарвалась на эту точку обзора. Лезай. О. Значит, этот прибор называется орнамент. Орнамент. Так, помнишь того парня, который представлялся деловым партнером Кайлы, пришел забрать орнаменты для большого шоу. Так, данные повреждены. 135-135. Это код? В любом случае, он сменил код от кабинета. Надо бы обновить роботов-уборщиков, а то они так и будут толпиться у него под дверью. Вот новый шестизначный код. 1, 3, 5. А где еще 3 цифры? 1, 3, 5. Я нашла похожие в других руинах. Но похоже, есть еще. А это, кажется, часть какого-то пароля. Может, от той двери? 1, 3, 5. Надо поискать еще. Может, найду остальные части. Ладно, сейчас поищем. Так, ящик. Он может вести в другую часть руин. А? Но как до него добраться?
Может получить. Мне это не вытащить. Похоже, ящик наверху застрял. Не вытащить? А как я его вытащу? В том ограждении наверху есть отверстие. Попробую пробраться через него. Надо только подняться. Пробралась. Тут, кстати, щелочка. Туда нельзя залезть. Если я разделю ящики, то смогу вытащить нижний. Ну-ка. Найду правильное. Опа. Смогу, да, скинуть верхний ящик. Тихо, хрен вылезешь. Немножко подвешивает эта фигня, если честно. Давай, тащи, тащи, тащи. А зачем она мне? Так, ну это выход обратно. Вон еще один ящик, кстати, вижу. Отсюда. Вытянуть эту штуку прямо себе на голову. Бля, вот я дура. Я должна была. А, не, ну все равно ящик на ящик-то я не сделаю. Я же тут не вытащу. Мы же его наоборот, как бы, получается. Надо бы его дальше поставить. Теперь у нас есть два ящика. Ага. Вот этот сюда. Ну давай, давай, давай. Блин, застряла. Тот ящик сейчас туда засунем. Ну, поднимем. И поставим его на тот ящик. И у нас будет два высоких ящика. Вот так, отлично. Вот так. Теперь я дотянусь до отверстия. Давай, тащи. Молодцы. Опа. Готово. Так, еще один ящик. 1-3-5, да, там был код, правильно? Это что такое? Это тоже ящик. Че за хрень? Сперва надо отойти подальше. Еще дальше. Что-то не то. Схватить. И вперед не могу, и вправо не могу, с этой стороны не сдвинуть. И влево не могу, и не могу, странно. Кстати, дырка. На. Слишком далеко? Да ты чё? Ну, у меня только эта дырка осталась. В смысле, я не могу тебя вытащить. Да ты прикалываешься. Что не так? Она не цепляется. Слишком, блин, близко, что ли, или чё? О!
Немножко странно было. Ну ладно. Так, у нас есть третий ящик. Что там есть? Ага. Сдвинуть ящик. Зачем? Так, мне тут придется подрезать, потому что я забываю выключать мика и, короче, кашу. Так, а, вот люк, кстати. Кашу. Ладно, погнали. Куда я попаду? Тупик. Открыть вентиляцию. Давай, открывай. Куда мы вылезли? Я снова снаружи. Что тут еще есть? 1, 3, 5. Ага. Мы ищем другую штуку. Куда это можно потянуть? В смысле, я не могу потянуть? Я смогу вытащить ту железку из стены. Всегда могла, а тут она мне говорит, я не смогу это потянуть. Ты чё, Элой? Так, это другая часть руин, да? Кажется, орнаменты были частью какого-то праздника ночных огней. Ночные огни. Так, компания ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так, 1, 3, 5, 7, 3, 9. 1, 3, 5, 7, 3, 9. Запоминаем. Свечи отмечали праздники. Главное не забыть. Одна часть пароля. Теперь я смогу открыть эту дверь. Куда я залезла? Так, давайте возвращаться. 1, 3, 5, 7, 3, 9. Мы все на шее. Ходим. По тому же пути мне шуровать, да? А я же не выберусь. Или выберусь? Не знаю, давайте попробуем. Я не могу выбраться. Еще проход где-нибудь есть. Оп. Это что? Парить? Снижаюсь. А ладно, тут парить-то негде. С другой стороны. Где я вообще? Опачки. А! В общем-то, мы и тут и вылезли. Так, хорошо. 1, 3, 5, 7, 3, 9. 1, 3, 5, 7, 3, 9. Ничего не забыла. Давай, вводим код. Так, 1... Дай, блин. Назад. 1, 3, 5, 7, 3, 9. Нет, неверно. В смысле неверно? Как ты неверно, алло? Я только что все точно запомнила. Не то. Вот это? Не, ну. 7, 3, 9 же было, ну точно. Один, три, пять. Это первое. 7, 3, 9. Что не так? 7, 3, 9, 1, 3, 5.
1, 3, 5. Открыто. Все наоборот было. Ну ладно. Какая штучка классная. Забираем орнамент. А, знаете, что напоминает мне? Может, поймем, как работает эта штука? Руины, древние руины. То, что мы собираем по всей карте. Вот это что-то похожее, только нам походу сделали как задание, да? Дополнительное. Ну все, уходим отсюда. Такое. Достаточно без буревестника. Уже радует. Погнали. А можно перенестись, а? А здесь что-то еще осталось? А, обзорная точка. Я нажала, видимо, на их из серии, думала подпрыгнуть выше, а она мне сиганула вправо. Из-за этого она меня бесит. Ну ладно. Все, уходим. Угу. Достали. Тоже радует, знаете что? Я надеюсь, меня больше сюда не отправят, да? Я очень на это надеюсь. Угу. Какие мы молодцы. Вот так. А может, кто-то ждет меня? Главное на X не нажимать, а то он опять туда. На эту штучку прилетит. Так, 19 метров. А он наверху, да? Ой? Что это было? Это очень подозрительно было. Это было очень-очень подозрительно. Блин, кстати, вот, смотрите, я нашла желтый сундук. И почему-то он мне недоступен. И я не знаю, что с ним делать, по какой причине я не могу его вскрыть. Работница. А, блин, я прочитала рабыни Изауры. Бывает. Нора вернулась, но вернулась с триумфом или с неудачей? Прибор у меня, и я нашла не один такой. Вот. Старый слагатель с огнем в глазах и благодарностью в сердце держал в руках покоривший его артефакт. Вообще-то он называется орнамент. Часть набора. Думаю, в руинах, в пустыне есть и другие. Я попробую их отыскать. Но главная тайна осталась. Зачем орнаменты вообще создавали? Кажется, для какого-то праздника ночных огней. Думаю, так предтечи отмечали особые события. Вроде пира? Вроде. Праздник отмечал начало сезона? Как и каждый пир в жиле. Есть пир первой бочки, пир растущих дрожжей, пир всех хмельных. И все про эль, пиров, да? Весь пир на весь хотя мир. Чему я удивляюсь. В общем, эти орнаменты могли как-то изменять огни над землей, но я не знаю как. Узнаю эту отметку. Видел такую на устройстве, что мы откопали. Вот. Может, удастся включить огни? Ну, давай выясним, с какого орнамента мне начать.
День Бодхи, Ураза Байрам, Рождество, День Святого Патрика. Давайте Рождество. Давай вот этот. Не знаю. Сейчас устроим. Посмотрим, что это будет. Какой-то веселый зимний праздник. Реликвии из руин. Верните орнаменты. Но что это за тварь такая? Очень похожа на... В смысле верните орнаменты? Куда я их должна вернуть? Если... Ой, блин, перебила его болтовню. Так, обзорная точка, хрен с ней. Где там что были у нас? Реликвии, да? Какое-то задание появилось или нет все-таки? Вот, реликвии из руин, верните орнаменты. А, для этого ищите спрятанные реликвии. Ну, это мне вот по картам, это получается вот это вот все это дело. Здесь все-таки опять какая-то сюжетка, что ли? Стычка машин. И не то. А, ну я туда, ребят, за кадром спущусь. И надо образ будет составить, потому что висит на карте и подбешивает. Блин, найдешь, надо было сразу взять. Ну, не знала. Какие еще праздники отмечали предтечи? Сердце старого слагателя согрел визит друга. Ну, что же мне сделать? А в чем разница? Давай этот. Не пойму. По слову героини, Рождество, а в плане, смотрите, снежинки, олени, все такое. А это что будет у нас? А, это был пир в честь молодой луны. Луна. Моника, ты же месяца не пировали. Итак, клянусь кузней, это было бы слишком. Ну-ка, интересненько, а остальное что? Она пришла вновь. Ты... День Святого Патрика. День Бодхи. Что за День Бодхи? Думаю, этот подойдет. Надеюсь, Абадунт будет доволен. Абадунт. В круговороте золотой листвы старый слагатель ощутил спокойствие. Короче говоря, я должна буду вот это вот то, что мы реликвии находим, мы приносим ему, и вот он такую хрень делает, правильно? Ну, улучшать свое снаряжение на верстаке, это все понятно. Так, хорошо, задание мы, ребят, закончили. А, это были дела у нас, по-моему, было. У нас вот еще, смотрите, сколько есть. И побочные у нас еще висят. Ага. Так, все, на этом мы, ребят, заканчиваем. В следующей серии пойдем по другому заданию. Взрывай или ломай. Все, на этом мы заканчиваем. Всем спасибо. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Пока-пока.